Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 19 сентября 2022 года. И кто у нас тут такой маленький шоколадный комочек? Это сыночек Викуси, которому исполнилось 20 дней. Из 5 сыночков Викуси. Это самый-самый маленький ребёночек. Все остальные побольше по размеру. Скорее всего, этот малыш будет Минечка. И, наверное, он будет очень похож на Вику. По крайней мере, вот сейчас, в этом возрасте, он мне очень напоминает Вику в маленьком возрасте. Вот такая вот очаровательная лепешечка. Ребенку все мальчишки у Викуськи в помете. Дядька, за завтра 3 недельки. Мы уже пытаемся ходить. Спят у меня на кровати в лежачке. Очень красивые окрасы у двух мальчишек-парнишек. А вот это вот растет, похоже, малышоночек. Он весь такой у нас коричневый. Малюсенький и очень очаровательный. Немножко есть беленького на лапочках и на груди. Детки Викуськи будут открыты для резервирования чуть позже. Очень там красивые парнишеньки. Но остальные все крупнее. Красивее по окрасам, даже красивее, скажем, по Мосеньке, по выражению Мосеньки, еще красивее. А вот мамочка, да. Мама рожает Викуську у нас последний раз, больше вязать ее не будем. Давай скажи, ее мама, да. августа Викусенька у нас родила малышей. Значит, 29 сентября им исполнится 1 месяц. Ой, мы маму кусаем. Ну и как-то в первых числах октября, я думаю, я сделаю индивидуальное видео всех детей. Открою их для резерва. Девочек нет, у нас только мальчики. Красивые-прекрасивые. Пока скажу, мы масенькие, совсем молодечка. Если вам, дорогие друзья, интересно посмотреть, какие у Викуси еще мальчишки, сыночки рождены по окрасу, по размеру, а там, поверьте мне, шедеврально красивые мальчишки, оставайтесь с нами, чтобы не пропустить новые видео о жизни наших питомцев. Вика не выспанная. Вика малявка, сама-то у нас... О, Вика вся. Вика маленькая. Посмотрим, как ребенок у тебя завтракает. Уже маму поймали. Кушаем. Мама хочет, чтобы ее погладили. Викуся, я же тебя всегда глажу. Вика. Вика, подожди-ка, дай ребенка понаблюдаем. Во как. Понаблюдаем за твоим ребенком. Вот так. Приятного аппетита давайте пожелаем малышу. Вот по окрасу все разные. Вот он шоколадик, Вика шоколадка, но они оттенки все разные. Есть очень-очень темный шоколад. Викин же ребеночек. Вика сидеть не хочет. Сейчас будем отпускать и Вику, и малыша. Ой, чё, господи, вот такая мама. И убежала. Тётка же, растите. Вкусненько было, да? Ой, забыла, вкусненько, но, говорит, мало. Мама рано убежала, скажи, я еще кушать хочу. Вот. Растите, ребята, крепкими, здоровыми. На радость нам. Ой, позевухи. И увидимся с малышами чуть позже, дорогие друзья. Всем пока-пока и до новых встреч.